Государственная программа по поддержке предпринимательства получила одобрение представителей бизнес-сообществ. Вышеназванная программа по поручению губернатора округа Игоря Кошина была изменена с целью создания в регионе благоприятного инвестиционного климата. Общий объем государственной поддержки, предусмотренной программой за 4-летний период, составит более 115 миллионов рублей. Часть средств будет выделена из федерального бюджета. Одним из существенных моментов новой редакции программы стало серьезное увеличение финансовой поддержки бизнес-проектов в 2015 году. На эти цели запланировано потратить 37,5 миллионов. В первую очередь будут поддерживаться те проекты, в результате реализации которых в регионе появятся дополнительные рабочие места, особенно в сельской местности. Также представители власти намерены усилить контроль за использованием государственных средств. С 1 января следующего года этими вопросами займется новая окружная государственная структура – Комитет по поддержке предпринимательства и привлечению инвестиций. Еще одним новшеством программы станет предоставление муниципалитетам субсидий для софинансирования мероприятий по поддержке бизнеса. Кроме того, с 2015 года существенно расширены виды господдержки. Теперь будут предоставляться субсидии на приобретение имущества, на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, на возмещение части затрат по коммуналке и аренде помещений субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим социальные и бытовые услуги населению.